Припять – самый молодой город в стране. Средний возраст жителей всего 26 лет, и по рождаемости мы первые. Десять лет я все... Надеюсь, что я стану важнее, чем твоя работа. Не надо ничего говорить, я и так все знаю. Ну, вы представляете себе, как работает ядерный реактор. Взорвать станцию невозможно ни практически, ни теоретически, ни даже в кошмарном сне. Это что? Уровень радиации в районе станции повышается. Существует вероятность нового масштабного выброса радиоактивных веществ. Полковник Николаев, военная контрразведка. Майор Алексенко. У городских партийных органов сложилось устойчивое мнение, что имело место диверсия. Сотрудник американского консульства Альберт Ленц. Опытный разведчик, он просто так рисковать не будет. В Припяти люди даже не представляют, какой опасности они подвергаются. Быстрее! Действуй по обстановке. Кто скажет, что ли, блядь, блядь? Mm-hmm.